100 инвестиционных проектов на общую сумму 100 миллиардов рублей. Именно такое количество планируется реализовать на территории региона до 2024 года. Цифры были озвучены на еженедельном заседании Кабмина. Что позволит привлекать инвесторов в наш регион и какие компании уже работают на Тверской земле, расскажет Мария Шалованова. За последние 3 года в Тверской области были реализованы 50 крупных инвестиционных проектов. Они позволили создать в регионе более 60 тысяч рабочих мест и привлечь 68 миллиардов рублей. Это довольно хороший показатель, так как Тверская область вошла в десятку регионов ЦФО по инвестиционной привлекательности. Сам подход к инвестициям, к инвесторам, к размещению на территории новых производств и предприятий – это очень кропотливая и практически персонифицированная работа. Наличие инвестиций в том числе показывает, какой климат сложился в регионе. Это касается всех. Прежде всего, это касается эффективности органа местного самоуправления. Да? Все начинается с главы муниципального образования, когда на территорию к нему приходят люди и как их встречают. Дальше это областные органы исполнительной власти. Дальше это уже слаженность работы всех заинтересованных ведомств, органов, в том числе по энергетике, дорогам, транспорту, газификации. По этим критериям Тверская область открыта для вложений, считают эксперты. Уже сейчас в регионе образовываются новые экономические зоны, к которым в обязательном порядке подводится инженерная инфраструктура, свет, вода и газ, ремонтируются дороги. Мы реализуем несколько проектов по созданию индустриальных и промышленных парков. Это Боровлёво-3, 78 гектар подготовленной площадки. Также ведется работа, мы ее в течение 2 месяцев финализируем по передаче собственности Тверской области и дальше уже процесс по созданию особой экономической зоны Эмаус. Земля в первую очередь 142 гектара, вторая очередь более 1500 гектар. Также мы ведем работу по развитию промышленной площадки «Лазурная». Это традиционно сложившаяся промышленная площадка на территории Тверской области, где 72 гектара, и при этом там есть свободные площади, находящиеся в областной и муниципальной собственности, обеспеченные газом и электричеством. И в данном случае, безусловно, это станет тоже еще одной точкой для привлечения инвестиций. В числе флагманских инвестпроектов Верхневолжья – строительство мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов и животноводческого комплекса в Бежецком и Санковском районах. В его реализацию ООО «Коралл» вкладывается выше 30 миллиардов рублей. В Кашинском городском округе ООО «Румелка Агро» заявлено строительство молочно-технических ферм и молокоперерабатывающего завода на сумму 18 миллиардов. В ближайшее время индустриальный парк Боровлёво примет нового резидента. Им станет передовая российская компания, разрабатывающая и производящая оборудование для строительства нефтяных и газовых скважин. Наша цель – это создать большое крупное предприятие, которое могло бы обеспечивать всю потребность Российской Федерации в уникальном оборудовании для бурения трудноизвлекаемых запасов углеводорода, для проведения бурения на полноправных скважин и горизонтальных скважин. Данный вид оборудования находится в размещении, и мы считаем, что на сегодняшний день в Твери мы создали единственное в России предприятие, которое способно разработать, произвести и внедрить в эксплуатацию это уникальное сложное оборудование. Масштабные проекты также реализуют компании «Орион Интернешнл Евро», «Пикалевская сода», «Диадар», «Мармеладная сказка» и другие. В частности, Верхневолжье станет еще одним регионом, где «АвтоВАЗ» запустит производство своей продукции. Наш проект оценивается, инвестиции оцениваются порядка 1,288 миллиардов рублей. Порядка 250 рабочих мест будет создано. Завершить реализацию проекта мы планируем до конца этого года, до 31 декабря 2020 года. Наибольшее количество инвестиционных проектов заявлено в сфере промышленности – 36, с объемом вложений более 42 миллиардов рублей и созданием около 8,5 тысяч новых рабочих мест. В сельском хозяйстве 25 проектов и более 51 миллиарда инвестиций и около 3 тысяч новых мест. Наибольшее количество мест – свыше 9 тысяч – создает отрасль туризма, где реализуется 7 инвестиционных проектов.